Здравствуйте, дорогие друзья! С вами компания «Толеранс», ваш надежный проводник и помощник в Турции, который знает все, и я, Назар Давыдов. Привет! С вами компания «Толеранс», ваш надежный помощник и партнер в Турции вот уже 15 лет. И сегодня я хочу вам рассказать про свое субботнее приключение и сделать обзор субботнего рынка. Теперь по порядку. Субботнее приключение. Я приехал на машине, решил купить овощей и фруктов, зашел на рынок, напокупал всяких овощей, фруктов, положил в машину и, закрыв дверь, понял, что ключи остались в машине. Черт побери! Что делать? Вот, вызывать специалиста, чтобы открывали. Подписывайтесь на наш канал и будьте всегда в курсе всего самого важного и эксклюзивного о жизни Турции и Анталии. Ну и сейчас я вам расскажу про цены на рынке. Вот. Вот так вот выглядит рынок. Вот так вот шутками-прибаутками я дошел до рынка, на котором, в принципе, не так многолюдно сегодня. Вот. Он небольшой, достаточно такой камерный. И сейчас я вам покажу, какие здесь цены, что почем. Ну вот клубника. Вот здесь я недавно покупал клубнику. На кадар, чек. Всем очень вкусные, сладкие. Вот. Есть апельсины. Апельсины 1,5 лиры. Вот такие помидоры где-то стоят около 6 лир. Вот. Большое количество всевозможных знакомых нам овощей и фруктов. Вот. Лук 1,5-2 лиры. Вот. Картошка около 2. Вот такая большая. Ну и я думаю, что вы увидите большое количество зелени, который продается по лире, а то и меньше. Вот здесь можно поесть супчика. В частности, мерджемек стоит 6 лир, а куриный суп стоит 10. Сейчас мы с вами пройдем на рынок, на котором продают вещи. Вообще немноголюдно. И вот тут, видите, 10 лир такие футболочки. Вот это все по 10. Ну, качество такое. Ну, все вот покупают и вот ездят по 20 лир. Ну, музычка играет. Ну, люди сидят, отдыхают. И вот так вот это все выглядит. Вообще немноголюдно, вообще. Но ничего, все равно находят своих покупателей. Вот такая красота. 20 лир. Ну, здесь, в принципе, вообще ничего и нету. Зайдем с этой стороны. Вот так вот это может выглядеть. Видишь, турецкий флаг. Такая красная женщина. И по 20 лир всякие есть одежки. Вот навалено большое количество всяких спортивных штанов, шортов, чего только нету. Люди праздно гуляют. 15-10 лир. Можете перевести. Сегодня курс 3, где-то и 9 лиры за доллар. Вот. Таким вот образом это все выглядит. Вот здесь вот супчики делаются. Мерджемек и всевозможные эти самые куриные. Вот так выглядит. Семечки, орешки по 10 лир. Вот такие финики. На кадар. Да. Вот всякие изюм 10 лир. Даль 15. Вообще, немногочисленный рынок. Очень быстро сделали обзор. 4 лиры помидоры, 3,50. 3 лиры огурцы. Вот таким образом зазывала. На кадар. Ну, короче говоря, от 7 до 10 в среднем стоит вообще хороший горох, ну, а то и от 3
можно найти. Лимончики, ну, по 4 лиры, по 5. Апельсины, сейчас сезон апельсинов, достаточно недорого можно приобрести. Вот, очень они аппетитно выглядят. Бананы около 5 лир. Ну, вот так вот. Я продолжаю ждать своих спасителей и буду держать вас в курсе дела. Сворачивайтесь. А? Есть дело. Мы вместе с компанией «Толеранс» сегодня вам расскажем, сколько будет стоить открыть автомобиль, если вы вдруг его захлопнули. Здесь вы найдете ту информацию, которую нет нигде. Мы честно говорим и рассказываем о том, о чем не говорят или не знают другие. Сейчас мы будем делать вот так вот это делается. Вот приехали на такой машине, сейчас будет скрывать мне машину. Обошлось это в 100 лир, ну а о результатах скажу вам чуть позже. Будьте любезны, умоляю, я опаздываю. Это ваша машина? Нет. Ну вы шофер? Нет, нет. А что же тогда здесь делаете? Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете. Вот торжественный момент, когда открывается машина. Вот машину мы сейчас открываем, все сделали. Вот. И где же интересные ключи? Та-дам! Вот ключи! Я так и знал, что они здесь остались. Вот, теряю с ключами. Ну, спасибо большое. Сейчас буду расплачиваться 100 лир. Пока.